Саша! Какая реакция, ужас. Ненормально. Хорошо, что бабушки дома нету. А что бабушка мне сделает? Бабушка что тебе сделает? Придет, хорошенько харкнет на тебя, если не побьет. Всем привет, мои хорошие. С вами Кэмили, такая в очках, потому что обычно дома я хожу в очках, а сегодня мы с вами будем снимать пранк над мамочкой. Я уверена, что она поведется. Вы уже давно просите меня, чтобы я сняла еще один пранк, но если бы я его сняла на следующий день после прошлого, то мама бы сразу запалила. Поэтому у меня появилась новая идея – сигареты. В общем, будем делать вид, что я курю. А для начала нужно навести немножко панику. Надеюсь, мамочка сейчас не зайдет. Я взяла самые такие, знаете, дешевые сигареты. Оказывается, сигареты стоят так дорого. Я была просто в шоке. Я думала, максимум, там, не знаю, 1,5 маната. За 1,5 маната не нашла сиги вообще. Я не курю, курить не умею, но сейчас попытаемся замутить, чтобы был дым. Чего они не зажигаются? Что это такое? Что-то мне это кайф не дает. Я не знаю, как другим. Но нам нужен дым. Нам нужен дым. Фу, господи. Я так раскинула мозгами, сколько же курильщики тратят деньги на сиги. Это ужас какой-то. Если каждый день, например, выкуривать пол пачки, это в месяц получается кругленькая сумма. Видимо, продавец специально дал мне какие-то женские, тонкие. Мне еще бы пепельницу. О, о, пепельница. Зеркало. Невкусно. Вот мне не по кайфу сигареты, если честно. Перестали. Еще раз. Еще. Я, видимо, как-то неправильно делаю. Вот это видео. Если я после этого видео не останусь одна, будет хорошо. А еще и на улице. Мама выгонит. Что за хрень, ребята? Где моя пепельница? Я вошла во вкус. Может, реально начать. Получается уже. Ой, пепел рассыпается. Сейчас подожгу себе здесь все. Будет такой мини-пожар. Да блин. Опять затухло. Ну ладно, в общем, не суть. Дыма у нас, мне кажется, достаточно. Сейчас мы это установим камеру. Камеру я положу вот туда. Видите, вот эти вот полочки между... Ну, в общем, вы поняли, там будет максимально незаметно. И куда-то надо прикрепить микрофончик. Раз. Что-то мама не идет. Можешь позвать? Мам! Накурила я тут смачно. Ничего не скажешь. Привет, мам. Привет, ты что делаешь? Я ничего, сижу. А что ты нам открыла? Ну, свежий воздух. Ты видела, соседи у нас здесь этот балкон пристраивают? Где? Вот здесь. Ну, то есть такую ширму делают. А, сделай-то. Мы тоже можем сделать. У тебя выбрана, молодец. Неужели? Я прикрылась просто. Да закрой. А чем пахнет у тебя тут? Чем пахнет?
Сигареты, что ли? Нет. Это сосед наш, вот этот, который пухлый такой. Он курит. Сосед курит, а при чем здесь у тебя пахнет? Ветер на улице, поэтому. Ты же только что окно открыла. Ну вот, да, оттуда, наверное. Нет, у тебя здесь пахнет. У тебя здесь вот, прям воняет. Я не чувствую. Я чувствую, да, вот. Чувствую, сигареты пахнет прям. Тебе кажется, что и в зале воняет. Как нет, честно, кто-то напукал. Честно. Да нет. Клянусь, пахнет, да, у тебя сигареты? Я не знаю. Я же говорю, пахнет у тебя сигареты. Да не пахнет. Пахнет. Что, куришь, что ли? Нет. Вот, что ли? Ты когда-нибудь меня сигареты видела? Ну, воняет у тебя. Так я при чем тут? Как при чем? А кто при чем? Кроме тебя есть кто-то дома? Сейчас вот закроем, перестанет вонять. А, закрой, посмотрим. Эти окна дурацкие. Пластиковые, они нехорошие. А. Надо поменять, хорошие купить. Понятно. Но все равно воняет, честно, я чувствую, да? А? Если честно, я тебе хотела сказать, я на самом деле начала курить. Я просто от тебя скрывала. Ненормальная ты? Почему ненормально? Курить начала. А что здесь такого? Я взрослый человек, совершеннолетний. Да нет, посмотри. Клянусь, неужели? Действительно? Ну да. Я взрослый, мам, человек. Мне уже надоело, что я как будто под опекой под вашей. Вот именно ты взрослая, да? У тебя мозги вот вылетели, да? Да. Клянусь, ты ненормальная. Вдохни-ка еще раз. Действительно? Серьезно? Я взрослый человек, я не имею права покурить. Нет, ты не имеешь права. Почему люди колятся, не знаю, наркотики, все дела? Я не могу покурить немного, когда мне грустно. Я не всегда курю. Курю, когда грустно. Сейчас мне грустно было, я немножко покурила. Я в шоке. Я одну сигарету. Я в шоке от тебя, Айка, ужас. Почему ужас? А что же такого? У людей сыновья не курят. Сыновья курят? Даже Сархан у нас не курит. Да ладно, и ты веришь, и да? И ты веришь, да, я верю. Ну, конечно. Да, я верю. Почему он хотел эту комнату с балконом, чтобы здесь курить? Это когда было? Он сейчас не курит. Что? Он сейчас бросил, я начала. Айка, ты девочка. И что, какая разница? Ты девушка. Какая? И тебе не 15 лет. А надо было с 15 начать, нет, чтобы стаж был. Я бы подумала, что еще мозги не в порядке, да? Ну, мне не в порядке. Ветер в голове. А сейчас что? Сейчас я взрослый, самодостаточный человек. Вот. У нас на работе тоже девочка курит. И ей почему-то не предъявляют, что почему ты не знаешь, как смотрят на курящих девушек здесь? Ну и что? И что? Как это что? Ненормально ей. Ты вообще охренела? Мама! Ты вообще охренела, слушай? Какая у тебя реакция, ужас. Ты еще перечишь, ты охренела, клянусь. Хватит. Я уже не ребенок, что ты меня била. О, она еще оправдывается. Ненормально. Хорошо, что бабушки дома нету. А что бабушка мне сделает? Бабушка что тебе сделает? Придет, хорошенько харкнет на тебя, если не побьет. Харкнет. Я ей объясню, что в их времена мужики курили. Сейчас модно, чтобы девушки курили. Чокнутая? Это честно чокнутая? При чем здесь чокнутая, мамка? Каждый человек, мы живем в стране, где каждый имеет право делать то, что он хочет, понимаешь? Ну не в твоем случае. Почему не в твоем? Да здравствуй, да, сделаешь, что ты хочешь. А-а-а. Пока со мной живешь, будешь жить по моим правилам. Я завтра переезжаю. Переезжаю. Да, да, знаю, переезжает она. Ненормальная. Почему ненормальная? Чокнутая. Почему ненормальная, я не понимаю. Клянусь, ты чокнутая. Это как ты можешь курить? Я не пойму. Люди идут пластические операции делают тебе. При чем тут операция? А что? При чем тут операция? Мне врач прописал, у меня зрение плохое. Не, я говорю, да, ненормально. У тебя крыша едет. Крыша едет. Я много работаю, я устаю, немножко покуриваю иногда. Да что здесь такого?
Мне прям много больно, не работает, отдохни. Ты тапка меня ударила. Правильно сделала, это еще ничего. Больно вообще. Я не в том возрасте, когда меня избивают, понятно? Вот ты сама довела. Mm-hmm. Действительно, я тебя до сих пор не била. Mm-hmm. Вот и не надо. Вынуждаешь. Бить меня. Мир? Какой мир, э? Мир, ненормально. Мир. Ну, мам. Сейчас посмотрю я в шкафах, что здесь. Так вот. Это тонкие, они безвредные. Что они это? Почти как кальян. Дай сюда. Дай мам, сюда. Хватит. Дай сюда, говорю. Я деньги отдала кровные. Дай сюда, говорю. Нет. Нет, мама. На тебе. На тебе, скотина. Мам, хватит. Посмотри сюда. Куда? Туда посмотри. Ну? Туда. Иди сюда. Не хочу даже идти. Больно даже стало. Ненормально. Мам, я шучу. Я шучу, и это видео для Ютуба. Прости. Я не ожидала, что ты меня будешь бить. Мама, прости. Прости. Что ли? Нет, честно, я снимаю видео. Иди сюда. А, повелась опять. Серьезно? Да, мами, да. Снимает? Давай. Коза не дорезала. Дает. Больно, мама. Опять ты меня пронкнул. Больно. Это было очень больно, ребят. В общем, на этом все. Я тебя пранкую, ты меня тоже пранкуй. Ты камеру умеешь пользоваться? Ну тебе не получится, у тебя нет таких актерских способностей, как у меня. Ну ты коза недорезанная, а? В общем, на этом все. Опять мама повелась. Кстати, забыла брату позвонить. Надо было, чтобы ты словила. Ну ничего, в следующий раз и брат будет участвовать в этом. Каждый раз, если я буду его замешивать, то он не поверит. Ты поведешься и 100 раз он не поведется, ты тебе реально говорю. Он в таких вещах шарит. В общем, на этом все. Всех люблю, целую. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.